Добрый день, девочки. Смотрите, пришел Андрей в гости увидеть свою дочку. А дочка что делает? Хвастается папе своей посылкой. Показывает то, что отправили ей. Она показывает все. Она довольная. Как она хорошо спала. Как ты спала, доченька? Хорошо спала? Папа, мы сидим на фильмах. А, давай. Она, папа ее научил, говорит, расписываться. Вот так. Расписываться ее учит. Вот эта штучка, слушай, как хорошо, моя дорогая, что ты мне выслала. Потому что моя девочка целую ночь с ней и рисовала вчера. Потихоньку будешь учиться, доченька, правильно? Вот так, как я рада, что он пришел. Девочки, вот мой муженек, мой золотой, мой муженек. Ой, моя девочка. Андрей, как всегда, работает, девочки. Я его привезла, говорю, надо, говорю, дом вытаскивать, говорю. С проблем, так что вот он сидит теперь, он говорит, будет браслеты делать, продавать. Будем теперь онлайн браслеты. Кайдана, покажи свою работу. Свою работу. Посмотрите, девчонки, какие у нее хорошие руки. Мави. А ну, Андрей, твою работу. Так, девочки, 50 евро, девочки. Смотрите, розовые бриллианты, дельфин, 50 евро. Кайдана, покажи свое солнышко. Покажи свое, иди сюда. Сколько евро твое, Кайтана? 1000 евро, дочкин браслет, девочки. Потому что там... Дай, покажу, скажу, надо же сказать. Девчонки, посмотрите, сердце вложенное. Лови написано, сердце вложено. Душа вложена, короче, ребенка сюда. Так что 1000 евро, девочки. Но это не последняя цена. Все, 1000 евро. 1000 евро. 1000 евро улетели. Придется платить. Кайтана, лавует энергии пагар. 1000 сказала. Кайтана, мирваха сумпоку. Нет, 1000? Да. 1000, девочки. Вот так. Знаете, что, Андрей, попробуй чай. Это из которой вчера мне выслали. Попробуй на вкус сперва, без сахара, без ничего. Попробуй, не мешай сперва. Сперва заварку попробуй. Вкусно. Это вот они же в Лондоне тоже любят, они чайкуют. Чайкуют, правильно сказала? Чайфуют. Я тоже. Чайюют, короче. Вот. Дочкин, это браслет был или это цепочка была? Это браслет. Ой, Кайтана, это я не видела. Покажи вот это. Нет. Уже не дает ничего в руки. Девчонки, живем. А. Знаете, что у меня на столе? Это занавески мы купили. С мужем. Андрей сейчас будет помогать Эстевену их вешать. Сейчас я вам занавески покажу, девчонки. Она мне не дает в руки на всякий случай. Она вам показывает. Покажи. Покажи сама. Да. Носочки одела. Покажи носочки, какие красивые. Носочки одела. Андрей, Аленушку? Аленушку? Андрей, мы тебе хотим сказать спасибо за такую девочку хорошенькую. За такую умницу нашу. Еще сделаем. Говорит, я делаю сколько хочешь, хоть 15, мне уже все равно. Детей много не бывает, Андрей. Детей много не бывает. Кайтана, хочем братишку или сестричку? Керес у Нермана у Ирмана? А? Она обиделась. Не хочу, говорит. У нее есть уже брат, да? Да. Ты же любишь Адама? Да. Сильно любим, даже?
Наш Адам хороший. Девочки, посмотрите, какая она, купя его. И надо так на него похоже, и надо так на мою сестру похоже. Вчера вредничала на постели. Ой, копия была моя сестра, копия. Сегодня косички я ей сделала такие. Искупалась моя доченька в ванной, валялась. Это он и снимус, куртинас. Поляки. Сейчас я вам, девчонки, занавесочки покажу. Открой. Угу, сейчас откроет он. Да утролял, ваня, порки, это арвес. Это арвес. Девчонки, вот такие, короче. Смотрите. Девчонки, вот такие. Вот такое ощущение, мастерка, такое ощущение, девчонки, ручной работы, вот знаете, вот, мне нравятся вот такие. Но они самое главное, чтобы это солнце не пропускало, видите, вот они такие, они так сделаны, вышивками, похожи на наши, помните, мы вот так вышивали в школе, тоже нас учили. И вот снизу вот такие. Мне они понравились, более-менее такие были, и по цене понравились, и все. Меня нет. А котенка не нравится. А то ты беспредел, девчули. Вот так сидеть. Все вот, вот видно прям. С одной стороны, хорошо, когда вот солнца нету, ничего, да? Но когда солнце есть, невозможно ни телевизор посмотреть. Вот смотрите, все отражается. А так сидишь, веранда, конечно, все приятно, девочки. Но это надоедает. Солнце надоедает. Это надоедает. Это надоедает, да, ждоча? Вот так я наливаю себе чай. Они сладкие пьют. Я не знаю, почему. Я думала, что в Украине тоже прикуску пьют чай. Нет, он постоянно сладкий пьет. Да, это разные люди. Разные люди. Надо пить без сахара. Это просто сало с каешкой. Ну, ты ставишь сахар, еще ставишь конфетами пьешь чай. Это странно. Доверяешь? Давай покажу. Так. Я покажу. Угу. Ты держи. Девочки, это стартовая цена тысяча. Сколько? Тысячу. Стартовая цена тысячу. Здесь вложены морские изделия. Здесь вложено, посмотрите. Ты наоборот это одела. Это надо вот так. Угу. У нее все тысячу, девочки, стоит. Все тысячу. А это тоже ты? Не, это 100, сказал папа. Это 7. Да, еще миль. Миль? А я 10 миль. Миль евро? Ты, папа, красивый. А мое тоже? Твое еще не законченное. Да. То я терминат ты. Ты застежки не поставила? Смотри. А ну. Какие вещи, девчуля? Туфелька. Я мила. У нас в детстве не было таких вещей. У них сейчас все есть, девочки. Смотри, два. Ой. Не фокусирует. Зайчик, короче, здесь. Буситка. Не фокусирует. Короче, вот так, девочки. Потом мы делать будем паэлья. Сейчас чай попьем. У тебя все? Да. Сделаем паэлья. Вот если иметь зятя, надо вот такого зятя иметь, девочки. Видите? Видите, пришел, окна мне помыть помогает. Молодцы, молодцы, ребята. Я тут паэлья делаю, девочки, сегодня. Я чуть-чуть сперва вот так сделаю, а потом мы на огне уже доделаем. Чуть-чуть поджарку здесь сделаю. Потом уже лук сделаю. Мариску здесь. Короче, буду готовиться. Видели, да? Как он это, слушай, так расплакался от этого лука. Такой крепкий лук. Вот так. Короче, я в шоке. Девочки, мой муж на лестнице. Мой муж на лестнице поднялся, чтобы вверх помыть. Андрей сверху. Вот так просто встал. Вот так встал, девочки, рукой. Андрей, дотянись рукой. Посмотри, как он дотягивается. Смотрите, девочки, видите? А мой муж на лестнице. Андрей, с этого момента будешь всегда нам окна проходить мыть, Андрей. Так что...
Вот так, видите, девчонки? Какая я баба огонь, а? Два мужика работают на меня. Какая я молодец, как я умею, а? Спасибо, Андрей, молодец, красавчик, честное слово. А Кайтана что делает? Кайтана уроки делает, уроки. Уроки читает, уроки делает. Даже моя доченька. Оставайтесь со мной. Это еще не все. Дальше будет интереснее. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, обсуждайте, как мои мужчины окна моют. Смотрите и учитесь. Как приятно, девчули. Мои любимые, как хорошо, честное слово. Вот Андрей с ней играется. Я уже паэ доделала. Где-то там он с ней играется. Мой муж занавески хочет вешать. Короче, здесь это так получается. Вроде получается, вроде не получается. Короче, хутур-мутур. Так как крыша неровная. Короче, потом вам все покажу. Смотрите, какая у меня паэ. Чуть-чуть соли надо насыпать. А то вообще соль не сыпала. Чуть-чуть сделаю. Вот так все. Ай, девчонки, какой вид. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Чуть-чуть дрова и чуть-чуть этот уголь. Какой вид, девочки. Здесь я курочка. Здесь я все, короче. Шикардосик, девочки. Девочки, шикардосик. Вот так. Винтоватая не запаяешь. Тебе нравится, да? Ты любишь паэйя, Андрей? Угу. Доченька, ты любишь паэйя? Раз делали, хорошо вышло. Да, мы часто делали на Плая Бланка. Вот мы ездили с этим, да? Вот я не знаю, его брат, никакие ни шашлыки, ничего. Вот он именно паэйя. Не знаю. Так, Андрей, попробовал бы ты на соль. Потому что моему мужу много соль. На, возьми, попробуй, короче. Давай, попробуй. Он же кипел уже дома. Ты уже делала там, да? Да, я же все там почти сделала. Сюда пришла, просто воду налила. Чуть-чуть возьми водички. Вот ты как из Тайван жир берешь. Вот так надо брать. Каждый пробует по-своему. Соленые? Еще чуть-чуть надо, да? Да. Надо соль угадать, знаешь, потому что соль это половину это. Вкуса, да, хочешь сказать? Да. Так. Короче, была, не была. Так. Да, хорош. Делается. Ну да, конечно, надо... сейчас рис, когда рис насыпешь, уже его мешать нельзя. Надо потихоньку. Самое главное его не мешать, чтобы он рассыпчатый вышел. Надо стол поставить, все. Спроси у Стевана, где стол, все. Потому что полчаса уже готово, все. Вот так. Видите, девчонки, уже бубулькает. Ай, моя золотая. У тебя уже фирма есть? Да, какая ты молодец, какая ты у меня умница. Как ветеринар-блогер будет без фирмы Кайтана, да? Вот ее фирма, девочки. Вот так. Смотрите, как слышно, как птицы поют. Так, доченька, давай ты поснимай. Ты поснимай, я буду ставить. Это я, Ваня? Хорошо. Так. Это с мисс Сонью. Это будет насыпать? Да, вот такой этот рис берем. Короче. Это рис, да? Да, это рис. Ну? Ты смотри на камеру, поехали. Блогер. Это я по вкусно. Стаканам. Я по стаканам, девочки. И теперь надо аккуратно. Так аккуратно. Аккуратно. Покинуть таким местом. Ага.
только сильно ух как болит. Даже? Да. Вот эта коробка, единственное, что шипать неудобно. Сейчас, подождите, девочки. Вот так. Это папа делал все это было, да? Да, это все папа делал. Меня так удивилось, я захожу туда, смотрю, а он ей обувь чистит. Там кроссовки лежали, она тут раз игралась, замочила, это испортились кроссовки. Ой, много я сделала. Здесь чуть-чуть еще риса осталось. Сколько здесь осталось риса? Смотрите. Короче, это все пойдет туда. Потом кошечкам тоже. Потом да. Будет идти гулять с папой. Хорошо? Давай сюда. Ты мешаешь вот так. Вот так делаешь. Нет, ты не можешь, это горячо. Мешать вообще нельзя. Сверху только чуть-чуть, все. Вот так сделала здесь дырочку, и все. И все. Вот так. Будет у нас паэлья. Бомба, девочки. Там у нас и морковочка, там у нас и перец, и чесночек. Ну, шикарно, короче. Первый раз, между прочим, я вот так на огне дома делаю. Вот так курочка здесь. Вот так, короче, потихоньку. Все у нас получится. Самое главное иметь желание. Ой, занавесками не знаю, что там у нас. Занавесочками. Надо стол собрать уже. Плесница мыла. Лестница сегодня мыла, они от солнца. Да, ты тоже со мной. А, у нас же козырька не было, девчонки. И вот сейчас недавно только козырек поставили. Семену пасанада, бентименту сяса. Нова пасанада. Бенга, понет масальто, а и тенго, а и та ерос де чапа. Аки тан ло ерос де чапа. Тома. Короче, занавески, знаете, как получается? Здесь же наискосок идет. Короче, мы продумали, потом мы сделаем вот так. И это самое. Сейчас они вдвоем убирают, видите? Окна помыл. Короче, мне зятек сегодня помог. Окна помыть, все помыть. Молодцы, ребята. Слов нету. Андрею надо было работать все-таки пожарником. Как ему нравится этот огонь. Сакар ла меса, кари. Сакар ла меса, понер ла меса аки. Сакар ла меса, понер ла аки, па комер. Voy a cortar tomate, preparar todo. Sí, claro. Так, буду стол накрывать. Буду, девочки. Буду стол накрывать, довольная. А что еще надо, когда вся семья в сборе? Стол накрою сейчас. Так, прощаюсь с вами.